Всем привет, дорогие друзья из жаркой Анталии. Мы продолжаем знакомить вас с магазинами, где продаются качественные товары, одежда и обувь производства Турции. И сегодня мы в Анталии. Я надеюсь, что вы посмотрели наше предыдущее видео о магазине обуви из Кемера. И сегодня мы в Анталии в магазине обуви Арас. Где находится именно этот магазин? Этот магазин находится на районе Конялты, на улице Лиман, в районе Хурма. И прямо напротив магазина Carrefour. Вот за мной вы видите магазин Carrefour и вторничный рынок. В описании к этому видео смотрите ссылки на карту Google, социальные сети магазина. Ну и, конечно же, в описании к видео есть номер WhatsApp. Еще одним ориентиром, чтобы быстро найти магазин Арас, может служить парк матрешек и парк с банкоматами. Магазин находится практически в 100 метрах от парка с банкоматами. Вы просили нас делать обзоры из магазинов Анталии, Кемера и других городов Турции, поэтому мы делаем этот обзор для вас. Если вы отдыхаете в Анталии или в Кемере, обязательно приходите в этот магазин. Также у этого магазина есть сервис, они могут забрать вас из отеля или из того места, где вы проживаете, и привезти в магазин. Поэтому вся информация, контактная информация в описании, смотрите. Приходите, ну и самое главное, покупайте качественную и классную обувь по низким ценам. Добро пожаловать в наш волшебный магазин, на второй волшебный магазин. Это у нас находится в центре Анталии, который в Анталии имеет самый большой выбор среди обувных магазинов. Давайте начнем с этих ортопедических обуви. Чистая кожа, удобные, вот видите, у них есть разные цвета, мягкие. Чисто кожа и снутри, и снаружи. Стоит от 15 долларов до 25 долларов, в зависимости от модели. Они стоят у нас 20 долларов. Есть еще такой вот бежевый цвет есть. Потом есть вот такой пудровый цвет. Тоже ортопедический, очень удобный тоже. Видите, вот у них есть еще, имеется вот такой черный цвет. Из ортопедических версий вот такие вот босоножки. Ортопедические они очень удобные, кожаные, снутри и снаружи, не скользкая у них подошва, бежевый цвет, пудровый цвет есть, коричневый цвет, шлепинцы. Очень удобные, очень мягкие, вот тоже из себя представляют вот такой цвет, пудровый цвет, вот темно-синий, гранатовый цвет есть. Ну еще есть такая версия у нас, например, у кого, например, подъем высокий, вот отсюда они смогут регулировку тоже сделать, видите, пожалуйста. У них тоже вот черный цвет есть, бежевый цвет, синий цвет есть. Ну, у них стоимость от 15 долларов до 20 долларов, в зависимости от модели. Ортопедические балеточки, пожалуйста, вот. Видите, кожаные. Белый, пожалуйста. Вот такой вот черный, коричневый, гранатовый цвет также. Такие модели тоже. Балеточки, пожалуйста, вот открытую здесь. Если кто захочет закрыто, вот сюда у них резиночка есть, пожалуйста. Удобные тоже, мягкие, они все ортопедические у нас. У них тоже цены от 15 до 20 долларов. Есть еще вот такие шлепанцы, например, пожалуйста. Вот. Очень мягкие, удобные, натуральная кожа, не скользкая подошва. Есть белый цвет, у них есть желтый цвет. Любые цвета есть. У них есть еще гранатовый цвет. Из ортопедических мужские босоножки, шлепанцы, например. Вот такой вот, пожалуйста. Вот тоже кожа натуральная. Тоже очень удобные. Вот такие вот еще есть. Вот. Закрытые. Закрытая версия. Вот мягкая тоже. Это тоже наше производство, пожалуйста. Вот еще такие вот шлепанцы есть. Мягкая кожа, мягкая подошва. Чисто натуральная кожа, не скользкая. У них тоже подошва. Есть такие еще, например. У него один плюс есть, у кого подъем тоже высокий, отсюда сможешь регулировку сделать, пожалуйста. Они представляют из себя вот такой коричневый цвет, пожалуйста. Вот еще такой цвет, спортивный, пожалуйста. Вот. Пожалуйста, тоже чистая кожа. У них есть разные цвета, вот такие вот цвета, пожалуйста. Вот такой вот цвет, видите. У них тоже цены от 15 до 25 долларов для наших дам. Есть такие зимние сапоги, вот, чистая кожа, натуральный мех, все натуральная кожа, так спортивная, видите, с толстой подошвой, такой мех натуральный тоже, все натуральная кожа и снутри, и снаружи. Сапогов цены начинаются от
50 долларов до 100 долларов, в зависимости от модели тоже. Более классические, пожалуйста. У них тоже, например, у кого ноги там потолще, например, есть специальная такая схема, вот здесь резинки может подтянуть. Мех, пожалуйста. И нисколько у них подошва тоже. С небольшим вот каблуком тоже. У них тоже здесь такая резиночка. Мех натуральный, видите? Все кожаное. Тоже он. Мех натуральный внутри. Все натуральное, видите? Пожалуйста. Такие вот женские ботиночки, пожалуйста. Вот. Видите, какой толстый мех здесь, а вот. Чистая кожа, натуральная кожа. Классическая, то была спортивная. У него тоже имеется вот такой толстый мех. Натуральная кожа. Нубук. Это, я думаю, везде так называется. Вот, пожалуйста. Такой толстый мех у него есть. А ботиночки у меня цены начинаются от 35 до 80 долларов. Более спортивная. Видите? Вот такие вот есть модели у меня еще. Видите, натуральный мех. Подошва вот именно толстая, резиневая, не ползет тоже. Вот такие вот есть тоже. Наше производство, пожалуйста. Небольшой мех. Леопард тоже. Тоже все оригинальное. Все утепленное. Более классические вот такие есть тоже. Полуботиночки, видите? Такие вот еще есть. Но у нас размеры начинаются от 35 до 42. Размер имеется в женском, в зимнем обуви. Большой выбор зимних сапогов. Например, вот такой вот первый. Толстая подошва. Такая мягкая кожа тоже. Вот такой утепленный вариант, пожалуйста. Натуральный мех, видите? Кожа тоже натуральная. И снутри, и снаружи. Замшевые сапоги, пожалуйста. Вот видите, тоже натуральный мех. Тоже красивая очень. Это тоже осенний, кстати. Например, у этого, который я последний показал, они стоят 75 долларов. Ну, как я вам сказал, цены в зависимости от модели меняются. Максимум от 50 до 100 долларов. Небольшой каблук тоже. Утепленный у него вариант. Вот это у меня, например, стоит 80 долларов. Небольшой каблук тоже. Тоже это, кстати, это осенняя. Видите? Смотрите, красота какая. Видите? Тоже утепленные. Кожа тоже и снутри, и снаружи. Блестящие. Вот. Видите? Толстый мех у него здесь. Да. У нас стоит 75 долларов. На шпильке. Блестящий такой. Видите? С платформы, кстати. Такие вот есть более спортивные. Вот. Видите? Тоже вот осенний вариант тоже. Необычная тоже модель. Они чисто осенние тоже. Более классическая, это небольшой каблук внутри. У него небольшой мех такой есть. А снизу у него толстый мех. Тоже зимняя. Более спортивный, пожалуйста. Видите, толстая подошва, натуральная кожа тоже. Это тоже зимняя. Полузамш, полукожа. Они тоже осенние. Видите? Вот, пожалуйста. Осенние тоже. Половина стретч, но у него еще есть коричневый цвет. Пожалуйста. Вот тоже осенние это. Чисто кожа и снутри, и снаружи, уважаемые. У нас ни кожи нету. Кеды, кроссовки, например. Вот эти вот, например, очень красивые тоже, пожалуйста. У них цены начинаются от 20 долларов до 30 долларов. В зависимости от модели заканчивается. Босоножка, например, с каблуком. Шлепанцы есть здесь. Без каблука есть босоножки, например. Они все у нас тоже кожаные. Не кожи нету. Есть так, длинные каблуки. Потом есть еще такие туфельки с каблуком, без каблука, разного цвета. У них тоже цены, стоимость начинается от 15 долларов до 20 долларов, в зависимости от модели. Небольшой каблук тут. Такой. У них есть разные цвета. Пожалуйста. Красного цвета, черного цвета, серого цвета есть у них. Вот здесь вот есть разные модели у нас, пожалуйста. Вот видите. Такой высокий каблук тоже. Например, вот такой есть тоже другого модели, другого цвета. Пожалуйста. С платформой.
Видите, красота просто замшевая, можно сказать. Видите, красивые очень. Пожалуйста. Например, сумочки тоже у нас вот имеются, ну, почти под каждую обувь. Вот такие вот есть, пожалуйста, красивые. Видите? И вот такие вот есть. Более спортивные вот есть. Рюкзаки есть. Вот такие вот, пожалуйста. Видите? Есть более классические, пожалуйста. Вот видите, какие они прекрасные. Пожалуйста. Вот. Например, сумки, в зависимости от модели, они стоят от 20 до 30 долларов. В женском отделе, помимо спортивной обуви, классической обуви, очень много обуви, скажем так, повседневной. И, кажется, я нашла, друзья, то, что я искала. Я искала балетки из лаковой кожи с острым носом. Ну, здесь, конечно, нос не такой острый, но натуральная кожа внутри, снаружи, в общем... Как я вам и говорила, в этом магазине вы можете найти абсолютно все, что вы только можете себе представить, или ту обувь, о которой вы только можете мечтать. И поэтому, когда вы придете в этот магазин, еще раз повторюсь, вы не разочаруетесь, потому что выбор просто уникальный, огромный. Посмотрите, какая красота, летние балетки, просто что-то невероятное. Хотите что-то понарядней? Пожалуйста, золотые, серебряные, лаковые и даже балетки из вот такой вот красной лаковой кожи на небольшой танкетке. В общем, смотрите в описании контакты и обязательно заходите в этот магазин. Это уже наш нижний этаж. Здесь тоже вот есть такие кожаные у нас кроссовочки. Пожалуйста, вот такие вот. Видите, с толстой подошвой тоже. Вот такие вот, пожалуйста. Красивые тоже. Пожалуйста. Необычная тоже модель. Видите? Тоже красиво очень. У них цены, стоимость в зависимости от модели от 20 до 25 долларов. Есть вот такие вот кеды еще, пожалуйста. Вот чистая кожа тоже. Мягкая у них подошва. Видите? Они представляют из себя вот такой вот цвет. Пудровый цвет. Есть еще вот такой бежевый цвет. Палеточки, лодочки, вот, пожалуйста. Чистая кожа, натуральная кожа, и снутри, и снаружи, разного цвета, пожалуйста. Вот такие вот розовые есть. У нас эти балеточки стоят от 15 до 20 долларов. У нас размеры есть от 35 до 40. Здесь есть еще вот кроссовки тоже, здесь все женские, например. Размеры начинаются от 35 до 42, а цены в зависимости от модели от 20 до 25 долларов. Пожалуйста, выбор очень большой у нас. Как я вначале говорил, в Анталии самый большой с выбором — это наш магазин. На любой вкус, на любой размер сможете себе предоставить кроссовки, обувь или что-то другое. Например, вот такое вот, пожалуйста. Кто любит, например, на шпильках ходить, вот такие вот можно предложить. Тоже они все кожаные. Есть вот такие вот с платформы, видите, пожалуйста. Есть у нее разные там модели, разные цвета. Вот такие, например, пожалуйста, с платформы тоже. Они тоже кожаные. Ну, у них тоже стоимость от 15 до 20 долларов. Вот такие вот есть, необычные тоже, пожалуйста. Вот видите, какие они красивые. Пожалуйста. Кто, если каблук не захочет, вот такие вот есть. Видите, вот кожа тоже натуральная. У них тоже цены от 15 до 20 долларов. Шлепанцы. Пожалуйста, вот чистая кожа тоже. С платформой, видите. Пожалуйста. У них тоже цены, в зависимости от модели, от 15 до 20 долларов. Вот перешли на самый такой хороший отдел. Это детский отдел. Есть, например, вот такие сандали, это вот есть. Это для мальчиков маленьких. Вот видите, это тоже все кожа. Босоножки, вот видите.
У них тоже цена в зависимости от модели от 15 долларов до 20 долларов у этих сандалий босоножек. Есть еще для наших красивых маленьких принцесс вот такие вот босоножки, пожалуйста. Видите, вот тоже они все кожаные. Потом вот такие есть, совсем-совсем для маленьких принцесс наших, пожалуйста. У них тоже цены от 15 долларов до 20 долларов, в зависимости от модели. Вот такие вот кроссовки тоже, это для мальчиков. У них есть разные цвета. Есть еще вот такой вот цвет, пожалуйста. Видите, у них тоже цены меняются от 10 до 15 долларов. Есть разные у меня кроссовки. Есть еще у нас школьные туфельки. Вот, пожалуйста, уважаемые. Вот более классические школьные туфли для мальчиков. У них тоже размеры есть у нас от 30 до 36 есть размеры у нас. Вот, например, вот такой более спортивный, пожалуйста. Видите, тоже кожа натуральная и снутри, и снаружи. Видите, все кожа натуральная, пожалуйста. Видите, тоже они легкие, очень кожаные. У них размеры есть от 30 до 36, в зависимости от модели меняется цена от 15 до 25 долларов. Уги есть. Пожалуйста, вот кожаная чисто. Видите, внутри натуральный мех тоже в обоях. Есть у них разные цвета. Уги у нас стоят от 15 до 20 долларов тоже. Это вот нубук. Вот утепленный вариант тоже. Ну, это как бы осенний, пожалуйста. Вот видите, тоже утепленный у него внутри. У них есть разные цвета. Вот кожа натуральная, все кожа натуральная. У них тоже размеры имеются у нас от 30 до 38 размеры есть. От 20 до 25 долларов, например. Красивый тоже, утепленный внутри. Вот я вам покажу, пожалуйста. Видите, мужские тоже есть. Вот кожаная тоже, замшевая, видите? Видите? Такого еще бордовый цвет есть. Тоже кожа натуральная, не скользкая у них подошва. Вот тоже кожа, натуральная кожа. Вот такие вот туфельки имеются. Пожалуйста, очень красивые тоже, фирма Tutuvi производит. Есть вот такие вот летние, только что красный показывает, это вот другой цвет. Есть, кстати, и для маленьких детей, ну, кто одевает 20, 21, 23, 24. У нас размеры есть от 20, в детском обуви, в общем я говорю, от 20 до 36 размер имеется во всех у нас моделях. У этих, которые маленьких, от 15 до 20 долларов, например. А большие, например, от 15 до 25 долларов, в зависимости от модели. В этом магазине огромный выбор мужской, женской и детской обуви. В мужском отделе есть все от спортивных моделей до суперклассических. Ну и, конечно же, много интересных моделей разных цветов. Это чистая кожа. Вот так я вам внутрь тоже покажу. Видите, натуральный мех внутри. У них есть еще черный цвет тоже есть. Вот ноутбук называется, тоже коричневого цвета. Вот. Не скользкая у них подошва. Вот такой у них мех натуральный. Ботиночки стоят от 40 до 50 долларов, в зависимости от модели тоже. Более классические, пожалуйста. Видите? Чистая кожа, мягкая кожа, вот подошва тоже у него не скользкая. Такие вот есть. Такой вот мех есть толстый, тоже зимний это. Небольшой каблучок, внутри толстый такой мех, видите. Отсюда такая резина тоже есть, коричневого цвета, натуральный мех тоже. На шнурках и на замке, вот такой. Пожалуйста, смотрите, какой оригинальный натуральный мех. Пожалуйста, видите. Тоже натуральный мех внутри, скользкая подошва. В ботинках у меня размер начинается от 40 до 45. Но есть такие модели, еще есть 46 размеры тоже имеются. И есть размер у меня в туфлях тоже от 40 до 47. Мягкая подошва, мягкая кожа. И вот это вот большой размер, это вот 46 размер, пожалуйста. Нубук.
более классический, такого вот коричневого цвета. Такие вот варианты есть, пожалуйста. Силиконовая подошва тоже, они очень удобные. Вот такие вот есть ортопедические, тоже удобные, пожалуйста. Вот чисто кожа, наше производство тоже. Вот такие более классические, вот есть легкие, они очень. От 25 до 35 долларов, в зависимости от модели тоже. У них размеры от 40 до 45. Мягкая кожа, силиконовая подошва тоже. Более классические, пожалуйста. Тоже они кожаные, изнутри, и снаружи. Кожа и снутри, и снаружи. Это тоже вот нубук. Мягкая кожа тоже очень. Пожалуйста, вот еще вот такие вот есть тоже. Видите, более классические. Вот такие вот тоже чисто классические есть, кто, например, на работу. У них тоже стоимости от 25 до 35 долларов. Силиконовая подошва тоже более спортивная, мягкая кожа. Не скользкая у них подошва, нубуковые. Нубук, точнее, пожалуйста. Тоже силиконовая подошва, ортопедические. Пожалуйста. Видите, более спортивного плана это. Кожаные, зеленого цвета. Тоже кожа и снутри, и снаружи. Вот видите, легкая очень. Вот эмблема есть даже, что доказывает, что и снаружи, и снутри кожаные. Тоже они очень легкие. Мягкая кожа, мягкая подошва тоже. У них есть разные цвета. Например, белый цвет есть, черный цвет есть. Вот такие вот есть еще. Пожалуйста. Тоже кожа и снутри, и снаружи. Подобие как кеды. Видите, кожа натуральная тоже. Снутри и снаружи. Не скользкая у них подошва тоже. Более классические вот такие с толстой подошвы. Это как осенние, как и зимние можете использовать. Такого цвета, видите, тоже толстая подошва. Кожа мягкая, легкие они, кстати. Вот в чем плюс. Есть, например, без шнурков. Вот такие вот, пожалуйста. Ортопедические силиконовые подошвы, видите. Удобный, это нубук называется, тоже это кожа, качественно сделана, прошита, тоже кожаные, снутри, и снаружи, например, такие вот есть, без шнурка, видите, тоже кожаная, натуральная кожа. Вот такие вот модели необычные, тоже это, кстати, мужские. Вот такой у нас еще есть туфли, волшебные, и у него вот такой внутри мех, чисто зимний, видите, размер имеется тоже. Тоже они нубук, и снутри, и снаружи, они все кожаные, не скользкая у них подошва тоже. У них тоже цены от 25 до 35 долларов, в зависимости от модели. Видите, тоже вот они кожаные, размер у них тоже есть, размеры от 40 до 45 имеется тоже. Ну, как я вам вначале говорил, ну, есть такие модели, которые есть от, до 46, до 47. Кроссовки тоже спортивные. Разного модели, разного цвета, на любой вкус. Можете себе приобрести кроссовки, например, вот, пожалуйста, разноцветные вот кроссовки есть, легкие для пробега есть, бутсы есть, кстати. У них размеры от 40 до 45, а цены от 25 до 30 долларов, в зависимости от модели тоже. Почему у нас так цены хорошие? Потому что у нас есть своя фабрика, но 80% изделий производим сами. Из-за этого мы продаем по оптовым ценам. Если кому-то понравится обувь какая-то, кто-то захочет оптом с Турции покупать, мы сможем отправить вам на страну, где вы живете. Вот, уважаемые гости, это был наш второй магазин в Анталии, в центре Анталии. Будем ждать, приходите к нам. Будем рад обслуживать вас. Здесь вы сможете на любой вкус, на любую ногу найти себе обувь. Зимние, летние, осенние, разницы нет. На любой вкус у нас есть обуви. Приходите к нам, будем ждать вас. Лично я, мне приятно будет обслуживать вас, таких гостей, как вы. Спасибо за внимание всем. Удачи! Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы отдыхаете в Алании, в Анталии или в Кемере, обязательно приходите в этот магазин, заказывайте сервис. Ну и, конечно же, не забывайте заходить по ссылкам в описании, смотрите WhatsApp, Instagram и другие социальные сети этого магазина. Звоните, пишите, ребята с удовольствием ответят на все ваши вопросы и постараются подобрать
идеальную пару обуви для вас даже на расстоянии. Ну, а если вы рядом, если вы здесь отдыхаете или собираетесь в отпуск, обязательно приходите в эти магазины. Я уверена, что они вас не разочаруют. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всего хорошего. Приезжайте в Аланию, в Анталию, в Кемер, в Турцию, покупайте качественные вещи и радуйте себя. Всем всего хорошего. Пока-пока.